Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 4 февраля 2020 год. Решил посадить маракую, пассифлору эдулис. Семена у меня лежали почти целый год. Сделал я страфикацию наждачной шкуркой. Обтер бока семян об наждачную шкурку. Заранее приготовил такие маленькие горшочки и сделал в них лунки. Сейчас я буду семена ложить в эти лунки. А потом сверху прикрою. И обязательно сделаю предварительный полив. А потом этот горшочек я положу в такую маленькую мини-теплицу. Днем, когда солнечно, она бывает всегда на улице. То есть я прогреваю его при помощи солнца. А вечером я уже вставлю в теплое место в доме, около печки. Когда печь выключается и температура в этой теплице начинает спадать, что именно нужно для семян. Мой совет по выращиванию маракуйи из семян — это точно старайтесь сажать несколько семян, чтобы получить хороший результат. То есть посаженное растение из семян, она может не зацвести. Поэтому старайтесь брать семена из нескольких фруктов. А в дальнейшем вы уже сами выберете то растение, которое зацветет. И кроме того, то, что она зацветет, будет завязывать плоды. Я несколько лет уже сажаю так. Бывает, что посадил — не зацветет. Даже если зацветет, не завяжет фрукты. А тот, который уже завязывает фрукты, потом я из них беру черенки. И на следующий год она будет давать плоды. Еще одна проблема — то, что если сажать в открытый грунт, как у меня это сделано, вот раз, и вот еще большая тут. В них находится пассифлора флавикарпа. В открытом грунте они очень поздно цветут. Это приблизительно получается где-то в сентябрь, конец августа месяца. Ну, конечно, от этого не дождаться хорошего результата. А когда сажать растения в горшки, можно получить хороший результат. То есть, когда в марте месяце дома тепло, есть солнце, а на улице холодно, дома начинает растение развиваться и просыпаться. А в теплице, где нет отопления, ну, у меня без отопления, под целлофаном, все-таки земля все еще холодная, и она не будет цвести. Маракуйя будет ждать, когда земля нагреется, и будет ждать именно ту температуру, которая ей нужна, и тогда она зацветет. Теперь я буду ждать, и мы вместе будем наблюдать, когда появятся первые ростки. Прошло 23 дня с момента посадки пассифлоры эдулис из семян. В данный момент у меня два таких красивых ростка.
по виду они здоровые. Будем ждать дальнейших развития. Будем снимать, как они развиваются, и вместе понаблюдаем за этим. Ну, на сегодня все. Желаю вам всего хорошего и удачи!